90-е годы, когда писали ныне действующую Конституцию, были очень сложные времена. И в это время как-то подзабыли о работающем человеке. Конечно, было там оговорено, что труд свободен, каждый человек имеет право на труд, но, однако, ни одного слова об уважении и защите их прав. Теперь уже в новых поправках однозначно будет написано: Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Также несколько слов хочу сказать о минимальной заработной плате. Это нам только просто кажется, что минимальная заработная плата по Российской Федерации давно приравнена к прожиточному минимуму работающего человека. Однако это не так. Этот процесс длился очень долго, и только в 2018 году законодательно эта норма была у нас по Российской Федерации поправлена. И то, что теперь эта норма будет оговорена в самом главном документе нашей страны, я считаю, очень хорошо. Также очень здорово, хорошо, что в новых поправках будет прописана поддержка принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Во всех организациях, и коммерческих, и на частных предприятиях, работодатель должен будет руководствоваться не только своими бизнес-интересами, но и интересами своих работников.